20-й тур українського чемпіонату стартував у День сміху 1 квітня і розпочався матчем «Шахтар-Металіст». За іронією долі, цей поєдинок завершився з результатом 8-1. Найгучніше сміятися міг Тайсон, тому що він оформив свій перший хет-трик у чемпіонаті України. Та зовсім не до сміху було Олександру Свідову. Із дійовими особами цього протистояння поспілкувався наш кореспондент Дмитро Поворознюк і навіть декого з них запитав про відставку. Перед Брагою Ракицький травмований, Кучер дискваліфікований, а значить Мірчелуческу знову потрібно замислитись про зону центральних захисників. Тренер Шахтаря намагається побудувати новий дует – Кривцов-Ордець. Але цей вимушений крок поки себе не виправдовує. Я вірю в цих футболістів. Сьогодні наводив їм статистику матчів, які вони провели. Практику мають усі. Вони зіграли достатню кількість поєдинків. На жаль, поки що Кривцов та Ордець в парі діяли не дуже добре. Может ли быть один из центральных защитников, там, например, со следующего сезона быть иностранцем, а не украинцем? Це за великим рахунком проблема клубу. Я працюю з тими гравцями, які є у команді. В Олександра Свідова проблеми значно масштабніші. Вибір складу на кожен матч – суцільна проблема. За таких умов резервіст Шахтаря Олександр Гладкий у «Металісті» був би головною зіркою. 9 футболістів основи «Металіста» в матчі проти Шахтаря зіграли не набагато більше поєдинків у чемпіонаті України, ніж один Гладкий. Галактична різниця в індивідуальних діях футболістів була показовою, коли Тайсон забивав свій перший м'яч. Захисники «Металіста» не змогли заблокувати ні передачі, ні прийому м'яча бразильцям. Як потрібно ставити блок у захисті, продемонстрував головний арбітр Юрій Грисьо. Він дозволив футболістам «Металіста» перехопити м'яч і провести одну з небагатьох атак. Флангова передача Соболя спричинила справжню паніку у штрафному майданчику «Шахтаря», чим скористався Корнєв. Молодий нападник дуже зрадів, але потім перелякався. Невже м'яч скасують? Ні, 1-1. Шахтар знову пропустив з парою Кривцов-Ордець. Сьогодні важко оцінити їхню взаємодію, адже суперник не створював серйозного тиску. Нам потрібно визначитися, хто з них гратиме проти Браги. Це буде непросте рішення. Багато залежить від мого аналізу матчів, які Кривцов та Ордець провели в Єврокубках. До перерви «Шахтар» забив двічі, а «Металіст» намагався тримати удар. Рахунок 1-3 не був катастрофою, однак попереду був цілий другий тайм. Навіть при рахунку 1-3 після першого тайму не все так ужасно було, погодьтесь. Але коли команда просто розсипається, як карточний домик, звісно, становиться трохи страшно. І в такій ситуації будь-яка опитна команда просто зупинилася, стала грати ззаду, знову-таки не давая сопернику ні пространства, нічого. А ми, наоборот, пішли вперед, отримали великі розриви, а в скорості, ну ми колосально програємо, в скорості ви сьогодні мали в цьому убедитися. Другий тайм – це побиття. «Шахтар» забив 5 м'ячів. Дуже легко та без особливого супротиву опонентів. Жоден із гравців «Металіста» не отримав, бодай, жовтої картки. Жоден не показав спортивної агресії, а може й не тільки спортивної, щоб, бодай, на хвилину зупинити знущання над собою. Не захистив ні клубної репутації, ні особистої. За таких святкових умов Тайсон зробив перший хет-трик в чемпіонаті України і додав ще 2 результативні передачі. Черговий м'яч після виходу на заміну забив Едуардо. І навіть забив Бернард, у що часом важко повірити. Найдорожчий футболіст в історії «Шахтаря» відзначився голом в чемпіонаті вперше за 2 роки. Треба сказати огромне спасибо футболістам «Металіста» і тренеру «Металіста», які в такій ситуації їдуть на ігри без зарплати, без нічого і захищають цвіт свого клубу. Мені жалко, тільки що 5-го не забив сьогодні, тому всі могли забити. Буду зараз, може, пластичного хірурга шукати, поміняти лице. Ну, стидно, це чесно стидно. Ну, з дітьми теж важко грати. Тренеру віддаватися теж, я думаю, неприємно. Хоч і програли всі, а відповідальний – це тренер. Ну, я думаю, всі ми, гравці, відповідальні за такий позор. Хочеться звинитися перед болельщиками, перед руководством не можу сказати, а перед тренером за нашу таку ігру, так. Шахтар, не напружуючись, взяв 3 очка, а Ордець та Кривцов отримали ігрову практику перед Брагою. Їхня команда знову пропустила, але на цей раз виграла завдяки прекрасній атаці. 8-1. «Металіст» востаннє пропускав стільки м'ячів 16 років тому. Щоб я спросив у тренера «Металіста»,
знаете, как спрашивают болельщики как-то, кто все эти люди? Понимаете, я сейчас сказал, ребята, ну так, с таким, ну это уровень, знаете, ругать, ну за что ругать? За то, что такого уровня футболисты, ни в коем случае не хочу никаких оправданий искать, да какие оправдания при таком счете, но то, что вот мы сегодня показали, это реальный уровень, реальная разница между Донецким Шахтером и Харьковским Металлистом, не более того. Это наибольшая праска в вашей карьере? Да. Да, и, ну, и не только в моей карьере, наверное, и у Приема, и у Полянского, и многие футболисты, наверное, так еще не проигрывали. После поразки, после экономичных проблем, не хочется просто пить из команды, подать в отставку, например? Дим, да в отставку, это же дело, дурное дело не хитрое, знаете, ну тут дело же даже не в отставке. Если я решу, что футболисты, ни один футболист не прогрессирует, что все рушится, конечно, я уйду. Рано или поздно это все равно произойдет. Ну, лучше спросить, а что делать дальше? Ну, уйдет Севидов, а кто придет? И что дальше? Ну, дело ж не в Севидове, наверное. Хотя, я, наверное, сейчас не удивлюсь, если скажут, ну, наверное, самый худший тренер в Украине – это Севидов после такой игры. Ну, я уже к этому привык, к такому давлению, поэтому для меня ничего, я же говорю, ничего удивительного. Мы хотим на асфальте вырасти цветы, и так не бывает, ребят. А ви кажете, заміна. Де шукати ту заміну? Ну де шукати заміну? От тим 11 футболістам, які поїдуть на Євро і будуть тягнути відповідальність за результат. Що в нас? От зараз там Олександр Володимирович Свідо, при всій повазі до нього, що в нього? Нема досвідчених футболістів? Зубейко свого часу був кандидатом збірну. Полянський був кандидатом збірну. Так о чому ми говоримо? Якщо по слову головного тренера, так взагалі команди немає. І асфальт вмісто поля. Там поле чи асфальт зараз на базі? Ребята все получають. І питання є, і одягають, і обувають, і приїжджають. Тут дело за тренером. Тренер же должен что-то сделать, наверное. Вот подивіться. Вот кількість... это молодые, неопытные, которые, по словам главного тренера, да. Играют в премьер-лиге. Мы смотрим, и если брать, мы не будем сейчас возраст, да, количество игр проведенных. Обратите внимание, ребята, как бы, которые уже поиграли. Полянский, кандидат сборной. Колишній футболист Донецького Шахтаря. Прийому. Колись був так само кандидатом свого часу навіть збірну України. Дуже добре виглядав свого часу так само в Донецькому Металурзі. Зубейко. Чорноморці грав практично всі матчі в Григорчука. Соболь. Один з найкращих взагалі молодих футболістів, за якими дивилися європейські гранди. Довіряємо свого часу Луческу. І зараз він виглядає. Касьяну. Людина, яка пограла, можливо, не так багато в українській прем'єр-лізі, але на серйозному рівні грала. Каплієнко. Футболіст Запорізького Металурга молодіжної збірної України. Бобко. Один з найталановитіших футболістів свого часу в одеському Чорноморці. Так його вважав, в крайньому разі, Роман Григорчук. Ну, команда, с которой можно делать, с которой можно просто играть. Просто человек как бы, ну, не может ничего сделать с этой командой. Поэтому пришло, наверное, время уже, наверное, если совесть есть, уже подавать в отставку, наверное. Уже как бы можно рассказывать все, что угодно. Но ты из команды ничего не можешь делать. Тренер-рекордсмер у нас появился. Гаверли первой жизни проиграли. Полтаве дома проиграли 3-0 первой жизни. Сейчас 8-1. Тренер рекорды ставит сейчас. И он еще говорит о том, что кто придет. А придет человек, который будет болеть за харьковский футбол, за Металлист, за город, который не будет стыдно. Футболисты после каждой игры извиняются. Что это такое? Уже пора подавать в отставку, нечего уже делать. Уже все угробил команду. Как только плохо, виноваты футболисты. Нам не платят, у нас плохая ситуация. Но надо давать ответы на вопросы по игре. Почему команда так играет в обороне, если мы будем смотреть голы? Почему при счете 4-1 побежали все забивать голы, пропуская 8? Где игровая дисциплина? Почему не управляется команда? На вот эти ответы, вопросы надо давать ответы. Вот первый мяч, если посмотреть, как вот дают Марлосу сделать передачу. Да, это классный футболист, идет заброс, но ни Зубейко, ни Полянский не успевают. И Тайсон просто там уже в ближнем бою переигрывает вратаря. Хотя мы, если смотрим, количественно превышает в защите. Поэтому вот, мне кажется, надо о чем говорить, о этих проблемах, которые существуют. Здесь атаку судья начал, хорошая атака прошла у Металлиста, быстро. Самое главное, что вперед продвигается, поэтому не успевают футболисты перестроиться. И те проблемы, которые есть у Шахтера с центральными защитниками, мы видим, что вроде количественно превосходят, но в последний момент Кривцов не успевает накрыть и получает мяч. Ну, здесь хорошо разыграли, пас на Соболя, который в этой ситуации сделал хорошую нацеленную передачу, выигрывает приемов, и Кривцов вот уже в подкате пытается помешать молодому Корневу. Хотелось бы порадоваться за молодого парня, который забил очень важный мяч. Здесь подбор проиграли. Проиграли подбор, дали ударить Исмаили. Ну, здесь несчастный случай. Зубейко, рикошет, поэтому винить
здесь тяжело и вратаря, и, ну, в принципе, подбор проиграли, это ключевое в этой ситуации. Здесь вот Марлос идет обстучаться, Бобко перед собой держит Серна, но вот мы видим, вот защитники и Полянский, и Доценко видят, что остаются в штрафной два игрока Шахтера, но они их не берут. Они держат пустое место. Полянский вообще убегает на ближнюю штангу. Ну, классный пас от Сорна. Не мог выйти вратарь, уходящий мяч прямо на голову Феррери ложит. Ну и он расстрелял вратаря, поэтому. И вот о чем мы говорим. Почему побежали забивать мячи? Зная о том, что есть группа скоростных футболистов. Вот Марлос разбирается, просто накручивает. Идет проникающий пас. Ни Доценко, ни Полянский не бегут помогать. Из глубины врывается Тайсон. А Касьянов где? А где второй опорный Ралюченко в этой ситуации? Здесь снова мы видим быстрое развитие атаки. Это фирменный знак Шахтера. Вот вбегание в зону Тайсона, который отдает Марлосу. Ну и как во дворе. Вот возит, вот мы видим, вроде бы 5 человек против двоих. Казалось бы, количестве. Но никто же не отбирает мяч. Все это видимость отбора. И Тайсон забивает мяч. Можно его поздравить с хитриком, конечно, забил 3 гола. Это хорошо в преддверии игры с Брагой. Все практически проиграли вот на контратаках. То, что мы говорили, непонятно, что побежали вперед. Марлос вот отдал и идет завершать. А Касьянов вместо того, чтобы свалить еще в середине, не побежал с ним до конца. Чего он не бежит? Бегит до конца эпизода. Он остановился. Ну и Марлос, конечно, высочайшее индивидуальное мастерство обыграл и забил мяч. Вот мы видим, 7 человек остается за линией мяча, металлист. И никто не бежит. Вот Бобко видит Эдуарда. Мы видим, ну беги за ним до конца, надо же как-то спасать положение. Феррера просто прокатывает и в пустые ворота уже Эдуарда забивает этот мяч. Это уже не те моменты, что главный тренер говорит, там нам не платят. Это игровая дисциплина, это как оборона действует в атаке. Ну и последний мяч уже Марлос, снова не Марлос, который, ну, просто пиле был в этой игре, отдает на Бернарда. Вот хороший прием мяча правой ногой под левую. Я думаю, многие наши футболисты такой бы прием не могли сделать. Но у него высочайшее индивидуальное мастерство. И мимо вратаря просто туда расстрелял. И говорит, ребята, 8 достаточно. У меня одне питання. Мужики там есть? Есть. 0 желтых карточек. Как это выяснить? За игру. Полянский же опытный парень, уже все-таки над ним издевается. Он должен что-то хотя бы крикнуть, хотя бы, я не знаю, что-то, ну хотя бы врезаться. Одну карточку можно получить? Ну, если бы надо мной так издевались, ну, поверьте мне, раньше, Олег, да, в наше время? Во дворе играли мы. Да. Ну, чтобы так во дворе, когда возят, там где-то прыгнул. Олеже, Я знаю, чем бы мое время закончилось. Но я не говорю про себя. Я знаю, Вова Езерский, да, с двух бы прыгнул, и даже не дожидаясь красный, пошел бы, сказал, извините, ну, я не могу такое терпеть. А здесь даже не нашлось человека. Просто мы видим лица вроде бы расстроенные, ну так надо же делом показать. Тут лица... есть вопрос, Доценко появился из ниоткуда, почему Рыжук не играет? Тут есть определенные, почему центральные защитники, ключевая игра ставят каких-то людей, которые из ниоткуда появляются. И много кто из тренеров оказывался в таких ситуациях подобных, но никто не терял контроль над командой. Мы сейчас видим, что это нас пытаются заставить это воспринимать как должное, но это неправильно. Нормальные там футболисты. Вот что слово Сергея говорит, что есть и деньги на питание, команда ездит на игры, выплачивают частично какую-то заработную плату. Но это же не так плохо, что как клуб, который исчезнет. Я вам хочу сказать, что там и не маленькая зарплата. Нет, но мы говорим, что все для жизнедеятельности команды у них есть. А вот результат, вот эта игра, мы хотим знать, почему команда побежала забивать. Гол престижа уже забили. Зачем 8? Ну проиграйте 4, 5. Я вам хочу сказать, что для меня дивно было 3 роки тому, я коментував матч, в якому Севідо, у Львові, з Карпатами. Там так само не було таких суперфутболістів. Були такого середнього рівня футболісти. І вони прибили Шахтар без шансів, коли Луческу там руку не потиснув. Що змінилося? Да, ми всі пам'ятаємо цю гру. Бой був. Ну, що змінилося? Ну, змінилось, мабуть, щось. Голова, а як ви кажете, кого там брати в збірну? Там крім Тайсона і Марлоса більше нікого в збірну взяти і неможливо. И, так мы говорим по этой игре. Мы знаем качество этих футболистов, что они могут играть в другой футбол. А почему вот они сыграли именно в этот футбол, вот вся в чем проблема. Что это плохие футболисты, которых мы показали. Бобко, Полянский, Зубейко. Зубейко. Да, специально Полянский привели пример. Говорит,
мы не можем с детьми играть. Так а какие дети в защите? Плюс Касьянов у них играет опорного. 5 человек, это далеко не дети. И с ними можно совсем в другой футбол играть. И были игры, они играли перед этим с Ворском. Да, они уступили. Но как они бились, как они катились, как они бежали назад. Полтава выиграла там по игре, нет вопросов. Но здесь же 0 желтых карточек. Мы видим, как возвращается команда из обороны в атаку, какой переход. Вот от эти, на эти вопросы хотелось бы услышать ответ. Дуже прикро. Дуже прикро, що у нас взагалі є такі матчі. І я вам хочу сказати, що втрачається сенс взагалі проведення, так би мовити, таких матчів. Тому що, ну, як ми хочемо продати якийсь певний продукт, як ми хочемо, щоб болівальники прийшли на трибуну, як ми взагалі хочемо, щоб мільйони міста ходило на футбол, коли вони бачать, що, ну, просто знущаються над їхніми футболістами, над їхньою командою. Дуже шкода. Я просто, для мене дивно, знаєте, в мене таке враження, що от тренування було перед Брагою, і в мене ще, я вам кажу, в мене от абсолютно стільки враження, що була якась прохання практично не стелитися в підкатів проти футболістів Шахтаря перед Брагою. От десь в мене таке внутрішнє відчуття, знаєте, не чіпайте їх. Ні, ну то, що 0 жовтих карточок. Ну, але коли тобі б'ють 8? Там уже эти просьбы, они отходят, там уже не должно быть. Я кажу, что мы сберем зараз вот тут людей, які знаходяться в студії, Тайсон з кров'ю піде. Ні, ну ми 8 не получимо. Ні, ми не отримаємо, але я вам хочу сказати, Тайсон піде з кров'ю. Нас закінчить шестеро. Там чоловік 5 у них може. З руками в ногах. Там скорих не хватить вивозити. Ну, знаєте, якби, дуже прикро. Дуже прикро, тому що треба робити якісь певні висновки. І, ну, взагалі дуже, знаєте, якось, пускають руки. Пускають руки всім. От що можна розказувати, як можна популяризувати футбол, розказувати якісь певні приємні і сказати, що ви дивіться наступний тур, там будуть хороші матчі. Ну, які хороші матчі, от подивіться. Ну, але давайте про приємне трохи, тому що, в принципі, знаєте, Шахтар зараз єдиний представник України у Єврокубках. Команда гратиме у чвертьфіналі проти Браги. І, до речі, футболіст, який приїхав з Браги свого часу, ще кілька років тому, і довгий час чекав свого шансу, нарешті він таки знайшов свій шанс. І зараз він є основним лівим захисником Ісмаїлі, який, схоже, що він от якраз адаптувався зараз до українського футболу. Сергій Вікторович. Да, это футболист, который мы видим у нас на глазах растет, прибавляет. Он уже третий мяч забил металлисту. Поэтому, в принципе, можно только порадоваться за него и за то, что Луческо все-таки находит какую-то мотивацию для футболистов. Они даже долго сидят на лавке в запасе и потом раскрываются. Посмотрите, какое подключение в атаку. Здорово, то есть из глубины, то есть практически занимает всю бровку. То есть если раньше мы знаем, что Сырна справа только сквозила, слева так в меньшей степени может быть Шевчук, то сейчас посмотрите, как слева. Он включается в атаку, посмотрите, и вперед бежит. То есть футболист достаточно креативный. То есть и с ударом, вот сейчас посмотрим, здорово пробивает. Ну, хоть и рикошет был, но это третий мяч уже в чемпионате забил. То есть мы видим, что неординарный футболист, и он прибавил в последнее время. Некоторые нападающие меньше забили, нежели защитники. Вот, он все время включается, то есть вся бровка отдана ему на откуп. Прострелы. Нацеленные передачи старается делать, не просто так бьет мяч. То есть левая нога, все здорово, скорость хорошая. И, в принципе, и в обороне отрабатывает. Есть шансы Шевчука. Для нас интересно. Шевчук, да, может его вытеснить? Да. Шевчуку сейчас тяжело, в принципе, будет. Но мы же помним слова Луческо, он сказал, что будут теперь проблемы у Шевчука. Но мы надеемся все-таки, что Слава футболист хороший и, думаю, не бросит. И руки не опустятся. И, в принципе, может вытеснить, если лет 10 назад было. Не, ну если серьезно, предсмертная Европа здорово. Для нас это Исмаили на данном этапе, да, Исмаили смотрится очень здорово. Ну, хотя, опять же, мы берем во внимание металлист, в таком состоянии, в котором он сейчас находится. Понятно, что там может быть, наверное, любой звездой стать. Но на самом деле, посмотрите, он сейчас пяткой играл. Он в атаку включается, он не боится включаться в атаку. То есть он разнообразный, разноплановый футболист. Это он сейчас пяткой играл. Сейчас посмотрим момент, он еще в защите, то есть, в принципе, единоборство не проигрывает. Понятно, что иногда не успевает в оборону, но, в принципе, то, что функции, которые нужны для левого защитника, он выполняет. Нам бы очень хотелось, чтобы он помог в Бразі против своих колишніх одноклубників в Донецькому Шахтарю дійти до півфіналу Кубка, Ліги Європи. Ну, бачите, стара пам'ять, Кубок УЄФА, все-таки Ліги Європи. І якомога довше продовжити оце, знаєте, ту казку таку, можливо, навіть повторити шлях Дніпра і зіграти в фіналі Ліги Європи цього року. Дуже б на це хотілося, тому що, в принципі, для нас це дуже і дуже важливо.